понимаете, все на момент, на экран. Зеленые, это как раз полная была. Они слева от вас будут на протяжении всего полуфинала там находиться. Красные же бойцы, сейчас попробуем добраться. Вот после того, как бой начнется, это непосредственно команда справа от вас, Смирч и Скорбан. Сетап следующий. Атакуют две сотки. ФВ-215П, Т-195, Т-7, Вокентрагер и Объект-416. Средний танчик использует. Вокентрагер, боже мой, куда ты его сюда засунул? Ну ладно, посмотрим, насколько хорошо зайдет в огня. Ибо перезарядка почти минута не очень хорошо отражается на игре. Если барабан в огня разрядит плохо, то все, слип. Должны был бы порвать. И крошка-картошка во главе мысливцы Карпат. 2МХ-50Б выходит на оборону вместе с 4 ФВ-215Б. Конечно, упакованы ребята машинами очень качественными. ФВ-215Б – любовь и мечта любого планового игрока. Итак, начинается захват. Посмотреть на разъезды. С места в карьер буквально все команды начинают. Первая минута, и уже пошел какой-то экшен. Нету вот разведки секунд на 30. Есть просто первая минута. 54-й мячок пытается сбить захват, получает уже первый выстрел. Здесь выходит АМХ-52 одновременно с этим пытается быстро забрать. Две ВВшки, кружка, картошка, горит! Горит как-то! Блин, просто команда, вот уже просто голос. Жак, собирают два тяжа, зеленых есть, пока теряют только одного АМХ-50Б. Но сейчас можно достаточно легко их забрать. Вафляк, походу, не очень понимает, что происходит. Уже разрядилось. И две сотки вынуждены сейчас на ВВ-215Б. Давайте, два выстрела, 63 хп еще живет. Винни-Пух из Мерси. Не пробивают, добирают его, но сотка погибает. Два в одного здесь остались. Вафля на КД. Буквально вопль вафля на КД. Т-105 должен забирать. Т-152, да, неплохо. По КП пока, конечно, преимущество было. Было да сплыло. Сотка продолжает жить. Большого шлема забирает на вихозы. Ой, три выстрела надо еще. Два сделано, еще один. И вафлентракер заряжается второй раз. 714 раз. 726-2. Третьего забрал. Четвертый выстрел в барабане. Кумулятивная топовая пушка. И вафля прошла. Вафля прошла. Топовые стволы. Здорово. Далее перезарядился вафлентракеру. Он перезарядился и все сделал как надо. Давайте посмотрим, сколько урона вытащил водитель вафли. 4500. Хорош, хорош просто.